Сегодня празднуют Международный день отказа от воинской службы по соображениям совести. Как вы относитесь к вот такому факту, как отказ от воинской службы? Ну, это свободное мнение каждого человека, поэтому, наверное, какие-то есть обстоятельства, которые человека, если, конечно, это не симуляция. Вот против симуляции, конечно, но если это вот действительно осознанное какое-то решение, почему бы и нет? Ну, если вера не позволяет ему, вполне замена этому, трудовая повинность, поэтому это нормально. У нас пока служба обязательная, да? И как бы совесть, не совесть, человек обязан служить по закону. Вот я не пойму девочек сейчас, которые за богатеньких, хиленьких, папиных, маменькиных сынков выходят замуж, а не за тех ребят, которые прошли армию, которые отслужили и которые, как говорится, познали, что такое жизнь. А скажите, вот если бы вы были мужчиной, вы бы отказались служить, либо пошли бы наоборот? Нет, пошла бы. Почему? Долг перед Родиной, да и самой доказать, на что способна.